Сегодня в Сочи начал работу Международный инвестиционный форум «Сочи-2015». В его работе принимает участие делегация Чувашской республики во главе с Михаилом Игнатьевым. Международный инвестиционный форум в Сочи – современная площадка для диалога бизнеса и власти, необходимая для успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России. В рамках деловой программы в форуме открытой дискуссии представители государства, предпринимательских сообществ и экспертов поднимаются самые острые вопросы развития экономики. Основными темами деловой программы этого года станут импортозамещение, развитие финансового рынка страны, изменение структуры российской экономики и реализация экспортного потенциала. По оценкам организаторов, в этом году в форуме примут участие 9 тысяч человек, зарегистрированные гости из 40 зарубежных государств. Также аккредитовано свыше 1000 российских и зарубежных журналистов, в том числе и съемочная группа национальной телерадиокомпании. В Сочи начала работу экспозиция регионов России. Свои проекты представили 79 субъектов страны.